Добрый день. Вас приветствует компания Лесобиржа. Находимся на одном из наших объектов в поселке Малая Репина. Вот само строение. Заказчик к нам обратился с вопросом по отделке. Домик срубили как 2 месяца назад и потребовалась его отделка. Какие работы мы провели? Мы провели шлифовку и покраску основного массива стен, а также подшили свесы и смонтировали лобовую доску. Лобовая доска и свесы были окрашены на производстве, изготовлены из планкена сорта АБ «Хвоя». В случае, если у вас появилась потребность в отделке дома, во внутренней отделке, в покраске дома, либо в реставрации, обращайтесь в компанию Лесобиржа, мы вас обязательно проконсультируем и предложим оптимальные решения для вашей задачи.